Дома Фоцкой столицы продолжают обновлять. Полным ходом идут ремонты в многоквартирных домах. Работы затрагивают подъезды и входные группы. Североморцы очень рады долгожданным изменениям. В доме номер один по улице Авиаторов в Североморске большой ремонт вышел на финишную прямую. Ранее здесь были заменены оконные блоки, отремонтирована электропроводка и кровля. Сейчас подрядчик делает косметический ремонт подъезда. По признанию Сергея, который живет по соседству, в старом доме должного ремонта не было давно, пока за них не взялась управляющая компания «Североморскжилкомхоз». Здесь давно не делался ремонт, стены были обвалившиеся, с кровли текло, ну, соответственно, побелка, все было желтое. Ну, про окна я не говорю, они просто не открывались, не было стекла. Но с приходом нового руководства в управляющую компанию все изменилось. Также косметический ремонт сейчас проводится в доме номер 36 по улице Гвардейской. Здесь же, но в домах 41 и 12, уже обновлены входные группы. Отремонтированные козырьки и двери привносят ярких красок в жизнь североморцев. Наша правящая организация в настоящий момент производит достаточно большой объем ремонтных работ. За лето была большая кампания. Вместе с тем надо понимать, что сложнее и сложнее с каждым годом это делать, потому что дорожают материалы, дорожают достаточно серьезно и дорожает рабочая сила. Конечно, для выполнения необходимых работ нужно, чтобы в домах были установлены актуальные тарифы на содержание и ремонт. Там, где они обновляются, становится возможным качественное обслуживание дома и проведение дорогостоящих работ.